Кстати, всему следующей песне, а как получилось, все. Да, иногда какие-то есть моменты в жизни, какие-то моменты, которые даже не осознаешь, они получаются как-то сами собой, и ты понимаешь, что есть что-то над гранями понимания, над сознанием. Ракета? Был погожий день, я зашел к приятелю. Уж кто-кто он накурит обязательно. У него почти музей со всех концов земли. В банках стеклянных образцы конопли. Вот это в Занзибаре накаляются туземцы. А на эту плотно подсели немцы. Эту дурь поставляют из Афганистана. А это проросло на балконе каравана. А вот и без гордости один пакет всего. Это не трава, это ядерное топливо. Он мне сказал, что секрет этой дури в том, что она растет на Байконуре. Вот эта ракета, забили полпакета, дунули и оказались в космосе где-то. Вот эта ракета, забили полпакета, дунули, а вот эта ракета, да-да, забили полпакета, дунули и оказались в космосе где-то. Вот эта ракета, забили полпакета, дунули, а там не видно ни хрена, и только звезды шепчут наши имена. Вокруг меня кометы, спутники, тарелки, инопланетный разум ждет опаху мелки. И тут голос слышит, вызывает центр управления прогулка. Слышу вас тут, отличный прием. Нужна одна заправка, второй ракеты ждем. Вот эта ракета, забили полпакета, дунули и оказались в космосе где-то. Вот эта ракета, забили полпакета, дунули. Вы и... Эта ракета, забили полпакета, дунули и оказались в космосе. Прием, ответит суприем, нужна эта заправка. Третьей ракеты ждем. Прием. Ответит суприем, нужна эта заправка. Третьей ракеты ждем, вот эта ракета. Забили полпакета, дунули и оказались в космосе где-то. Вот эта ракета, забили полпакета, дунули, а-а. Вот эта ракета, да-да, забили полпакета, дунули и оказались в космосе где-то. Вот эта ракета, забили полпакета, дунули. We'll be right back.